Теперь после выборов можно говорить о том, что далеко не все в команде Грудинина работали на него. С моей точки зрения, было очень много сознательных, целенаправленных подстав и саботажа. Надо понимать, что Павел Николаевич Грудинин не был человеком, который сам всю жизнь мечтал, стал президентом, формировал команду и шел к этому. Его выдвинули, а мы в ответе за тех, кого приручаем. Выдвинули должны готовить человека. И в том числе от тех неосмотрительных шагов, которых одни пытались его предупредить, а другие его прямо заталкивали в это. Яркий пример с этим интервью. Конкретные наши люди пытались это дело предотвратить, хотя бы взять время на подготовку. Ведь если ты идешь на разговор, который увидит, а его увидели порядка 5 миллионов человек, если не ошибаюсь, ты должен готовиться не меньше, чем тот, кто готовился к разговору с тобой. Значит, его бросили в этот разговор абсолютно неподготовленным. И вот этот вот спор на усы, внимание, вокруг всего 15%, это была явная подстава, программирующая все дальнейшее. То есть начнем с того, что нельзя было спорить вокруг 15%. Спорить надо было вокруг 50%, вокруг 40%, вокруг второго тура, вокруг чего угодно, только не занижая ожидания сразу до уровня плинтуса. Это вот первое, безусловно. Значит, второе. Ну, вообще-то, есть принцип пари. Значит, если пари заключил, не заключай пари, но если заключил, надо выполнять условия. Это как бы, ну, абсолютно аксиома. Значит, поэтому я не судья никому. Вот, не мое дело придумывать какие-то оригинальные ходы или оценивать те ходы, которые были использованы. Вот, мое мнение такое, во-первых, не заключай пари. Тем более по столь серьезным, сущностным не для тебя, а для страны вопросом. Вот понимаете, да? Даже само превращение вопроса о том, будет ли страна развиваться или будет дальше загнивать, в вопрос игривого пари, он сразу занижает планку вообще масштаба того, чем мы все здесь занимались. Но это можно говорить постфактум. Сейчас, еще раз, взрослый человек имеет право принять любое решение, которое считает нужным, и судьями ему должны быть те, с кем он заключал пари, а не я и не вы.